Прекрасную жену и заботливую маму Азаровскую Юлию с юбилеем поздравляют любящий муж Олег и сыночек Мишенька. Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Тебе, любимая жена и мама, хотим мы в этот вечер пожелать любви, тепла, здоровья, быть счастливой самой и юность и задор подольше сохранять. Просто поверьте, а поймете потом. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Бывают цветы. В мае снова будут тюльпаны. Я помню их, так любишь ты. Я напишу свою лучшую песню, если будет угодно судьбе. И первый ее сыграю тебе. Конечно, тебе. Пусть все будет так, как ты. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Следующей ночью, если захочешь.